Давай, Владик. Это экономная дорога. Ай-яй-яй-яй, видели, что там накрутилось, навертелось. Вообще-то его собственный игровой. Признаюсь, я даже не успел понять, что там произошло, но я ясно видел, что это было очень круто. Ну а дальше пошел уже его стандартный классический набор трюков. В каждом квадре ни по одному, по несколько элементов. Дальше кинкомбинация у нас начинается, и все продолжается. Смотрите, какая слаженная попытка. Время еще целых 30 секунд, и за половину попытки мы... Ой, какой хороший дифлип! За половину попытки мы увидели его практически мастерство, но я понял, в чем уверен, с учетом его опыта, это вовсе не все, на что он способен. Сальто вперед, фронт-фрип через этот самый фантом, парочку вот таких вот контрнаборов в спальне, и целых 8 секунд у тебя еще есть. Я думаю, еще тречок мы сейчас точно увидим. Плейрочек, да, сэр, как по заявкам. Одна секундочка, все, и на этом стоп. Вот так вот, ровно одна минута. На каждой фигуре у него сейчас биться со счетом можно было.